У нас тут в студии собралось много наших соратников. В общем, я когда смотрел архив «Старого взгляда», я все-таки надеялся что-то для себя близкое такое найти. И вы знаете, ребят, вы, конечно, не поверите, но там это есть. Издевается. Пришла зима, мы заходили в дома, но в домах шел снег. Мы ждали завтрашний день, каждый день ждали завтрашний день. Мы прячем глаза за шторами век. В наших глазах крики вперед, в наших глазах о, крики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно, выбирай. Воды. Мы хотели света, не было звезды. Мы выходили под дождь, пили воду из луж. Мы хотели песен, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Мы носили траур, оркестр играл туш. В наших глазах вперед, в наших глазах окрики стой, в наших глазах рождение дня и смерть огня. В наших глазах звездная ночь, в наших глазах потерянный рай, в наших глазах закрытая дверь, что тебе нужно выбирать. Да, даже, конечно, и не верится, что и это тоже происходило здесь, в этой самой студии, в те уже далекие 80-е годы. Сейчас, наверное, молодежь такую музыку вообще не слушает. Как ты думаешь, да, только почему? Кислотные дискотеки, наверное? Нет, 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 нет. Слушают. А опять же вспомню Сургут, да? Когда «Машина времени» играла и пел весь зал. Мы знаем, что так было всегда.